Десятки экипажей в праздничный день отправились по маршруту Ульяновск-Корсун, Вишкая-Мамайна от Соборной площади в центре города. Акцию организовала Федерация профсоюзов. В этом году количество участников первомайской акции ограничили примерно до 300. Это не те огромные демонстрации, которые мы проводили, если вы помните, ежегодно от 10 до 20 тысяч. Это совершенно сегодня другой формат. Но я думаю, что особые условия этого времени как раз говорят о том, что ничего не забыто, историю мы помним. Цель автопробега – объединить активных ульяновцев, чтобы поддержать соотечественников, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей. Сегодняшнее мероприятие принимает участие как трудовые коллективы, так и ветераны вооруженных сил, активисты Народного фронта. Они своим примером показывают сплоченность, веру воинов. И поэтому мы очень благодарны им за их пример, за их патриотический почин, то, что сегодня делается. В этом году праздничная акция прошла под лозунгом «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны». Помимо автопробега на Соборной площади прошел митинг и праздничный концерт. Торжественные встречи состоялись и в муниципальных образованиях по маршруту следования первомайской автоколонны. Юлия Адамова, Герман Баранов, Управда ТВ.